Сегодня в здании Совета министров Республики Крым состоялось событие, которого ждали многие крымчане. В торжественной обстановке заместитель председателя Совета министров вручал документы на предоставление бесплатных земельных участков представителям льготных категорий граждан. Люди, которые на протяжении десятка лет стояли в очереди еще со времен Украины, теперь получили возможность реализовать свое право на получение земельного участка. Для руководства республики создание достойных условий жизни крымчан является одной из приоритетных задач. Сегодняшняя встреча является итогом принятия распоряжения Совета министров Республики Крым по реализации гражданами города Симферополя и Симферопольского района своих прав на получение земельных участков. Земельные участки выделяются на территории Симферополя и Симферопольского района. В очереди порядка 3500 человек. Среди них ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, многодетные семьи. Все они имеют право на получение земли под строительство жилья. На сегодняшний день уже существует рабочая группа по вынесению решений передачи участков. Профильные министерства, ведомства, а также представители муниципалитетов будут содействовать процессу предоставления земли. Люди десятилетиями ждали предоставления земли, стояли в очереди и наконец-то дождались. Специально для Республики Крым была согласована соответствующая особенность в законодательстве, которая позволила реализовать все то, что у нас сегодня, скажем так, получается. То есть были внесены изменения в законы Республики Крым, написаны специальные нормативные акты, которые позволили предоставить людям сегодня земельные участки. В дальнейшем граждане выполнят соответствующие землеустроительные работы и оформят земельные участки в собственность. По словам заместителя председателя Совета министров, сегодняшнее мероприятие – только начало всего процесса. База данных передачи земельных территорий льготным группам уже сформирована, и каждый, кто находится в ней, получит свой участок. Также разработан новый механизм, по которому будут предоставляться территории, находящиеся не только в муниципальной собственности Симферопольского района, но и в собственности Республики Крым. Егор Зайцев, Александр Рыбин, Служба новостей, ИТВ.